Не такая интенсивная, как зимой, но работа есть. В Ленском автотранспортном предприятии номер один итоги летнего сезона еще не подводят. Но даже предварительные цифры говорят о снижении объемов. О темпах работы предприятия сегодня расскажет Олеся Васева. Утром у окна диспетчерской очереди нет. Водителей мало, работы на день вновь немного. Для первой автобазы это привычная картина. Интенсивность работы летом снижается в разы. План летом действительно меньше, потребности игроков меньше, закрываются зимние дороги, куда мы раньше возили. Поэтому, если мы зимой, допустим, наша автобаза перевезла порядка 123 тысяч тонн, то в летний период, я имею в виду с мая месяца после окончания зимника, мы перевезли 104 тысячи тонн. Ну вот такое, считайте, снижение. Сам порт периодически простаивает из-за несистематичного подхода грузов по обмелевшей реке. Но для автобаз это совсем незначительные объемы. Для транзитных перевозок груз есть. Сыпучая составляющая цемента, клинкер шел не с верховья, где река обмелела, а снизу с Максоголоха. Речники везли его без проблем, объемы приличные. С начала лета на его перевозку автобаза направила новую технику – специальные самосвалы. Их первая часть поступила в самом начале навигации, остальные пришли на этой неделе. Было даже, ну, как-то так не по себе, когда там отключился АБС.